Здравствуйте. Предварительное видео для заказчика. Итак, ваша репродукция. Сталь 65Г, длина клинка в нынешнем состоянии 68,5, длина эфеса 14. Сталь клинка 65Г, кована вручную. Сталь дужки и защитной, ну, в общем, гарды. СТ-3, толщина у основания 6. Постепенное сведение к 4. Так, некоторое понимание в рубке, надеюсь, у вас имеется, потому что многие пишут, что как бы клинок должен быть легким, тот, не знаю, от чего они отталкиваются, наверное, опыта рубить нет, но, насколько я знаю, при такой длине масса должна быть значительной для того, чтобы наносить колющие и рубящие удары. Так, монтаж на гайку. Длина хвостовика с резьбой, ну, в общем, длина гайки, глубина резьбы на ней, получается в районе 10-12 мм. То есть фиксация достаточно надежная. Читал описание клинков французских, так как отталкивался от пехотного французского клинка. Гаечный монтаж делался для облегчения обслуживания. Ну, собственно говоря, все. Клинок получился очень хваткий. Удар будет хвосткий. Ну, при достаточно небольшой длине, 68, весьма такой надежный клинок получился. До свидания.